Работу сантехников, дворников и мастеров инженерно-технических коммуникаций представить в онлайн невозможно. Поэтому, чтобы не допустить распространения коронавируса среди работников жилищно-эксплуатационных контор и не останавливать рабочий процесс, руководство управляющей организации «Жилстройсервис» Засвяжского района Ульяновска приняло решение организовать выездную вакцинацию для своих работников. За сегодняшний день мы запланировали порядка около 45 человек. Это добровольные люди, которые высказались, значит, на вакцинацию именно здесь. Будет проведена потом повторная вакцинация. Тоже мы организуем данный вопрос с проведением на месте, на работе, чтобы не отвлекать наших работников, значит, от рабочего времени. Вакцинируют рабочих ЖЭО номер 1 и ЖЭО номер 4, медики городской поликлиники номер 5. Маршрутизация точно такая же, как в обычной поликлинике. Из явных преимуществ – экономия времени. Не нужно отпрашиваться с работы. После введения вакцины достаточно подождать 30 минут. Если нет побочных реакций, можно дальше продолжать свой рабочий день. Работникам очень удобно. Причем я смотрю, здесь не только работники наши. Здесь есть женщины с мужьями, есть вообще знакомые. Просто кто услышали, что здесь вакцинации тоже приходят. Очень удобная выездная вакцинация. Спасибо. Всего в Ульяновске уже привито более 126 тысяч человек первым компонентом вакцины. И около 99 тысяч уже полностью вакцинированы. Антон Никонов и Герман Баранов. Управда ТВ.